Ого, о-о-о, штыками убивает. Смотрите, что я делаю, анимация какая. Офигеть! Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Skyforum, Гусанёк, Профит. Пацаны, поздоровайтесь! Привет. Всем привет. Всем привет. Ребята, мы скачали очень классные пак NPC, радужные друзья, и будем делать на них обзор и смотреть, что они могут. Если тебе кушать, приятного аппетита, а мы начинаем делать обзор. Погнали. Первый у нас Nightmare 500K. 500 жизней у него? Не. Я для начала буду отключать им искусственный интеллект, чтобы они нас сразу не убивали. Рассмотрим его. Очень классно, детализированно сделано, и весят они, кстати, каждый пак, тут их 3 штуки, по 150 мегабайт, это довольно-таки немало. И у них, кстати, есть всякие умения и способности. Так, какие-то у него 3 шарика. Кстати, я эти радужных друзей ни разу не видел, вы их видели, пацаны? Да, я нет, видел, а они хайповые. И хочу еще, ребята, вам сказать, обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайкосик. Мы выпускаем ролики каждый день, если вы хотите с нами пообщаться, заходите в наш Дискорд. Ссылочка где? В описании. Описании. Я отключаю искусственный интеллект, смотрим, как он мочит. Ого, он быстрый! На, вот у него, видите, какие умения есть? А что, на расстоянии бьет, что ли? Читер, да. Да, кстати, они очень высоко прыгают. Ой, что? Звук какой-то появился. А это у него другой... Он съел тебя, что ли? Убийство. Да. На расстоянии. Давайте я буду стоять, не двигаться. А он просто, видите, он может или съесть, или просто вот так красиво бить. Какой-то псих. Ну, очень дебелый псих. Он очень быстрый. Ого, а что-то кровь, он бьет на там, а кровь сверху. Это законно, что ли? Какие-то эффекты у него. Очень классные эффекты. Что, может, давайте его помочим? Давай. Посмотрим, сколько у него жизни. Если очень много жизни, тогда будем этот... использовать этот искусственный пистолет. Админский пистолет. Быстрее, ребята, отличнейшая. Мочите, мочите его, он меня сейчас убьет. Блин, да я даже бы не хопом убежать не могу. Представляете, какой мощный? У него очень много. Да, у него, наверное, 500 хп. Гусанёк, бери админский... О, давай я лучше буду его мочить. Сейчас мы возьмем админский пистолет. Я буду правой кнопкой мыши мочить, потому что с левой там много тысяч, а на правую... О, его убили с пушки. Убили. Значит, у него, ребята, не, все... не 500 хп, как мы где-то думали. 10 тысяч. Так, следующий у нас Nightmare Blue. Отключаем искусственный интеллект обязательно, потому что они сразу начинают нас мочить, а мы хотим их порассматривать. Ой-ой-ой-ой-ой, какой классный, да, пацаны? Да. Это как бы обычный, но его немножко доделали, у него какие-то булавы кошмарный появились на голове. Да-да, язык у него прям, смотрите, это что у него, кровь, да, типа капает или что? Да. Да. Офигенно, анимация сделана. Все, включай искусственный интеллект. Погнали. Ай. Ух ты, сразу 3 убил, представляете, как он мощный? Вот это он псих. А давайте попробуем, можно вообще от него убегать? Нет, у него... Короче, невозможно убежать бенни-хопом, потому что нереально большая скорость у него. Если, ребята, этот ролик наберет 3000 лайков, мы запишем вашу любимую рубрику, когда мы будем на машинах убегать от них. Так как в них можно вселяться. Да, очень хорошо. Давай, 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 давай. Мочи, мочи. У нее больше. Гусанёк, а что у тебя так шары быстро вылетают? Это я зажимаю левую кнопку мыши. А я не знал, что так можно. И, кстати, если зажимать, они больше урона наносят. Век живи, век учись, и дурачком помрешь, да? Так, поехали. Nightmare Green. Такс, смотрим. Воу, это тоже как оригинально, но их просто доделали очень мощно. Язычок. У них на голове везде какие-то шипастые штуки, да, добавили? И когти, у него раньше, разве были такие когти или нет? Не, у него были маленькие ноготочки. А это прям как будто он не мылся и не стригся. Еще какие-то штуки у него здесь вот торчат, смотрите. Это ребра, да? Канализация живет. Сзади. Офигенный монстряка. Очень стрёмный, ребята. Если вы ночью такого увидите, бегите сразу. Это очень опасно. Поехали, включай искусственный интеллект. А, блин, мгновенная смерть. Вот это он наказывает нас. Побежал, побежал. Давай, давай, мочи, мочи его. Давайте тоже постреляем. Где мой арбалетус? Блин, даже не успел достать арбалет, он настолько мощный. РПГ. Эй, отвали! Да блин, это жесть, я его боюсь. Он когда на меня подходит, я начинаю что-то его бояться. Ты вот смотри. Ты, дуралей.
Ого. Друг друга не мочите. Я так люблю только делать. Все. Ну, Сонёк, у тебя шары, конечно, какие-то мега читерские, но они мочат. Как так быстро? Ну, учитесь, пацаны. Это ж, видите, вы, Сонёк, же ж профессионал по мочению монстров. Так, следующий у нас Nightmare Orange. Воу. А ну, давай попробуем его вселиться вообще. Что с этого получится? Кстати, я помню такого только в другой. Маленького, да. Ой, извини, обстоятельства. На правую кнопку мыши я съел его. Это сейчас я им управляю, пацаны. Как будто бы эндермен с Майнкрафта. О, смотрите. Прикольная анимация. Офигеть. А ну на F. О, на F, смотрите, что я делаю. Покажи. Ха-ха-ха, класс. Так, ребята, я, короче, буду в каждого вселяться, потому что, мне кажется, они не используют полностью свои возможности и всегда по-разному мочат. Есть. А ну, вот это полет! Эй, там себя убил. Так, ребята, давайте, наверное, вы меня помочите, а я побегаю за него, помочу вас. Опа, блин, он как чужой фигачит. Тихо. Все, убили. Так, следующий у нас Nightmare Pink. Ой. Так, я вселяюсь в него. Так, я говорю, вселяюсь в него. Отлично. У него такой проходняк, только не мочите, подождите. На правую кнопку мыши, что он делает? А ну стой, дай. Ого. А что он? Оно на большом расстоянии, что ли, убивает? Да, смотрите. Тихо. А все, у него возможности нету больше. Я нажимаю правую кнопку мыши. Это пундал, наверное. Ой. Ты что сделал? Класс. Офигеть. Он убивает. У него самонаводящиеся ракеты какие-то. Смотрите, он сам стреляет метко. Я даже не прицеливаюсь. А ну так, если боком я стану и стрельну. Ну стойте. Да, сам наводится на врага и мочит его. Да, на правую кнопку мыши у него какое-то ограниченное количество раз он может убивать, больше он не может. Это очень, конечно, странно. Эй, слышь ты? Умри. Что ты? А, он убил тот, кто сзади. Изи. Офигенные монстры. Следующий у нас Nightmare Pink Girl. О. Ого, девочка. Моя. Она похожа на какого-то дьявола, да? Ай. А что она сделала? Ну дай я подойду. Ай. Это типа яда. Пауки яд? Да. Потому а все, она не убивает. А что она вообще убила, если искусственный интеллект отключенный? Мы не можем возродиться с форумом. Она на нас какой-то яд насилила. И вы что, теперь возрождаете? Нет, все, два раза умираешь, получается. Да стой, не убивай, дай посмотрю, что она может. Ой. О, опять убивай. Вот, смотри, я ядом фигачу. Ого, скорость! Ну да, от них на машине прям тяжело будет уезжать. Вот это прыжок! А в воздухе не могу мочить? Было бы классно, если в воздухе. Эй, ты что делаешь? На тебе за это. А на правую кнопку мыши стойте, дайте посмотрим, что на правую делает. Да не убивай, гусеняк, проверим. Съедает. Блин, классно, пауки на руках. Да, ребята, этот ролик точно заслуживает вашего лайка, если вы хотите, чтобы мы реально с ними сняли еще какую-то очень крутую рубрику. Я думаю, это получится. Ну, нереально высоко прыгать. Смотрите, я прыгаю, в принципе, выше небоскреба. Я попал у тебя шаром, Дим, видел? Да, это реально? На. А все, я опять умираю. Все, убили. Так, следующий у нас Nightmare Purple. Так, давайте мы его удалим. Да я умираю. Вот это жесть, просто нереальная. Ой, какие глаза. Очень страшный, очень. А смотрите, у него на ноге, это что, пасть крокодила какая-то? Да, Монти, да, наверное. Да, это крокодил. Его Монти Фернобыль съел. Да не, ну не Монти, а похоже реально на крокодила. А вот это вообще у него рука. Голова крокодайлуса. Так, давайте мы в него вселимся и посмотрим, что он может. Такой. Ой, как он ползает! Это как мама длинные ноги. А я бегаю, и даже ребята дрифтуют немножко, смотрите. Класс! Так, давайте смотрим на правую кнопку. Это F. Ай! Покажи еще раз. Как меня боком убил? А как? Это я на расстоянии убил? А ну сейчас еще попробую. А все, больше... У него несколько раз только он может убивать, больше не может. А не может. Ого.
Класс, класс. А на левую кнопку мыши? Ха-ха-ха, чвякнул. Смотрите, просто подходишь. Придавил. Чвяк. Офигеть. Блин, мне этот очень нравится. Пак на монстров. Один из лучших, в принципе. Вообще, в последнее время на Гаррис Мод выходят очень классные моды. Прям, знаете, как ожил Гаррис Мод с такими модами. А ну, прыжок. Вот это! Смотрите на анимацию в воздухе, когда я лечу. Да ладно, попал по мне, нифига себе. Что это за оружие такое? Все, замочили. Да я, конечно, поддался немного, как всегда. Так, поехали дальше. Nightmare Red. Вот это он стрёмный. Босс дьявола какого-то. Так, вселяемся. Да, если не вселяться, то, в принципе, вообще непонятно, какие у них умения есть. Надо было вселяться и в первых. Куда побежал? Так, смотрите, смотрите на мою анимацию, смотри, смотри. Нифига себе. Я прям газую задним ходом. Беговой. Так, а ну на правую кнопку мыши. А чё за звук крячки? Чё за курица? Курица. Чика, наверное. Чё, курица, что ли? Это друг гусенька. А на правую кнопку мыши. О, а чё это со мной? Пердит. А смотрите, теперь после этого я горю. Видите, вокруг меня как у огонь. Тебя ярость, а если я подойду к тебе, ты будешь умирать? А ну стой. Это как я, мы, да. мы не можем это, к тебе подойти вообще. Это как красная граната, типа. Класс. Бомба. Моментально. Да, смотрите, я хожу, теперь я могу просто мимо пробегать, и вы умираете? Блин, это вообще читерский немножко. Ого, он так быстро бегает, что даже через эти прорезы на крыше пробегаю. Ой, не, застрял. Ой, ой-ой-ой. Что со мной? Монстры, давай не чуди. Я забагал Гаррис Мод. А что со мной? Стойте, стойте. Еще раз я в него вселюсь, потому что что-то у меня там произошло нереальное. Ой. Поджигаемся. Ладно, давайте, мочите меня. Расфигачивайте. Давай. Все, был помочь. Сколько жизни у меня? Смотрите, я даже не шевелюсь, настолько они мощным оружием бьют, а мне нифига. По 50 тысяч. Да не, мне кажется, меньше. Ого, электричеством, я огонь, весь в дыму стою. А мне нифига, вообще, смотрите, босс идет. Просто уничтожитель людей. Людей? Людей только. А всех подряд. Он типа как босс идет. Вот это мощь. Короче, нифига. Мне такое ощущение, что у меня жизни у этого монстра больше, чем у тех. А ну встанем в гранату красную. А все. Все, слился. Так, последний у нас Nightmare Yellow. О! Гусанек, твоя родственница. Смотрите, у меня сзади голова пустая. Это че? Гусанька нету. Ого! Ого, штыками убивает! Смотрите, что я делаю, анимация какая. Офигеть! Ого, это супер умение было на F, смотрите. Я телепортироваться могу, смотрите, я могу точку выставить, где я появлюсь. И убивать даже. И сразу убивать, да? А ну, куда я еще? А могу там в дом? А не, не могу, далеко не могу. Зря оружие брал только. Все, убили. Так, давайте теперь вот этих первых проверим, потому что мы их ставили. Давай. Искусственный интеллект, а я хочу ими поуправлять все-таки. Мне кажется, что-то тоже они умеют. Вот, видите, кричит. На правую кнопку мыши такой он съедает. Он кричит. Ну ой, да, классно. А ну на F. А на F он ничего не делает, кстати. Именно этот. А это просто удар. А вот, да, все-таки есть какое-то умение у него. Ой, пушки повыпадали. А, все, убили. Так, теперь проверим Nightmare Blue, потому что мы их не проверяли. Смотрите! Ого! О, вот это супер удар! А что, не умер, что ли? Я с него выкинулся, что ли? Ого! А если я так буду прицеливаться на игрока? А, все, убили! Убили. Так, и вот этого мы не проверяли еще. Тех мы уже всех проверяли. А я иду, 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 иду. Ой-ой-ой, а ну стойте, не убивайте, не убивайте. Ну. Он далеко бьет, это. А, он все не давай бьет. Давай проверим. А ты можешь просто идти, он будет бить сам. Да, кстати, вроде. А ну давай проверим. Я ничего не нажимаю, иду. А ну стойте. Подойди ко мне.
А, не. Не. Это, а это я миф. Шел, я мог бить. Да, я тоже видел. Ну, видно, у них как-то по-разному это работает. А, на shift нажми, shift зажми. А у них еще есть... А, да, видите, я там shift нажимал на тех, они просто быстро бегали. Я ж думаю, что как. Это что, он прям бежит и прям дамажит в это время? Да. А, можешь не нажимать даже. Ладно, мочите меня, мочите. Эй, ты что делаешь? Битва монстров. Я забыл. Эй, у меня мощнее монстры. Все, давай. А, ну-ка, давайте все-таки вот это вот мы проверим. Ого. Шифтом. А, просто быстро бегает. Да, я, в принципе, всех с шифтом использовал. Они просто быстро бегают. Последний тест. Будем их взрывать мощной бомбой. Отходите все. Проверим, кто из них, в принципе, выдержит взрыв, потому что будет равномерно распространяться урон у них. И с таким образом мы выясним, кто самый мощный из них. Так, пацаны, отходите обязательно. Давайте по стандарту возьмем СЦ-1000, потому что это самая... Я взял уже. Бомба. Так, раз, два, три. Отходим. Отлетаем, улетаем, убегаем. Беги. Надеюсь, не зацепит. Зацепит. О, зацепило. Но я не зацепила. Одного убила. Одного убила. Yellow. Это который... Кто? Он самый слабый был, пацаны, получается. Это как крячка. Крячечка была самая маленькая и без слабенькая. Мозгов. Отходите. Отходим, бегите. Отходим. Ну, блин, он зацепит по любасу. Ой-ой-ой, а ну давайте посмотрим. Вот, ребята, остаются самые мощные. И еще кидаем, посмотрим все-таки, кто останется последний выживший. Ой, что-то мы много кидаем. Ничего страшного, зато убьем. А мы тогда всех убьем. Я хочу, чтобы кто-то остался в живых. Да, тут ой, красный, компьютер он плачет. Самый жесткий. Компьютер плачет? Ладно, чтобы ты не плакал. Все, ребята, как я и сказал, когда мы его проверяли, сразу сказал, что у него больше всех жизней. Это была правда. Давайте тогда напоследок мы убьем его админским пистолетом. Что? А нельзя. Нереально мощно. Нереально. Да, я его тоже пробегачу. Если вам понравилась эта серия и этот обзор монстров, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока!